Всем привет-привет, ребятки! Всем доброго утречка! С вами Флешка, и это «Женские игры». Доброе утро! Доброе утро всем! Вот, все мои вещи вот здесь. Я их так и не вытаскивала. Мне так прикольно с чистым инвентарем. Прямо передать не могу. Мне так понравилось. У меня случилась беда. Я завтыкала, пока у меня заряжалась моя эта мифрилиновая печь, чтобы делать мифрил. Я завтыкала, и знаете, что у меня здесь произошло? Вот столько травы. 3 раза по 64 стека травы у меня здесь валялось. Короче, армагеддец травяной здесь творился, травился. Травяной армагеддец травился. И у меня есть выполнено задание. Давайте его заберем. 5 сумочек, как-никак, на дороге не валяется. И здесь осталось 2 ачивки. Но я подозреваю, что Кинг нам еще что-то припас, потому что я там в анонсе написала, конец уже близко. А Кинг такой, ну это не точно. Ну мы поняли. У тебя есть сломанный спавнер? Мы сейчас найдем. Чистота – залог Майнкрафт удовольствия. Точно так, точно так. Джонни жаловался, что ему там донатиком очистили инвентарь. Так ему помогли люди по доброте душевной. Так и чё ж ты мучаешься с забитым инвентарем? На тебе! Вот. Поэтому хорошо ж сделали люди, а он жалуется. Хорошо, и здесь у нас все выполнено, но здесь сумочки забирать не буду, я уже говорила, я хочу, чтобы оно все светилось выполненным таким. Ах. Спавнер мы сейчас найдем, мы сейчас с вами полетим, наверное, в хану. Я не знаю, с чего начать, наверное, начнем со спавнера, да? Так, откроем это все. О, бочка бедрокиумна, молоточек, сумочка еще одна. О, множитель. А, у меня уже теперь 2 множителя. И, кстати, больше, чем как на вот эту штуковину, никуда их нельзя использовать. А, где мои звуки? Я, наверное, выключила звуки, да? Вот, это все закинем сюда. Из сумочки. Кстати, у нас мифрилиновая печка заряжена. Ну, так, не сильно, пускай делается мифрил дальше. Из сумочки я достану, наверное, магнит, меч, и мне бы кирку. Кирку, вот, есть кирка. Я вот не знаю, то ли войд броню напяливать на себя, то ли что. Ну, давайте напялим войд броню. По большому счету, ее даже можно зарядить. И сейчас полетим в хану. Когда ее снимаешь, оно тебя коцает. Сейчас полетим в хану и... Что, энергии нет? Вот же есть энергия. Этот не вставила туда. Вот теперь у тебя нету энергии. Заряди, пожалуйста, мне вещь. Спасибо. А здесь у нас делались вот эти пластинки. Сейчас докинем. Пускай дальше делаются. И сразу меня заражать. Заражать меня сразу. Так, тебя закинем на поясок. Как-то шибко не надо. Тебя тоже на панельку поставим, потому что тебя бы зарядить, кстати. Тебя бы зарядить. И так как у меня закончилась эпопея с кустиками, у меня есть план по выработке энергии именно на мане. Посмотрим, как пойдет. Посмотрим. Ну, пошли попробуем. Пошли попробуем что-то. Да, и вот Саша прав. У меня теперь меньше свободного времени. И есть вот такое желание сконцентрироваться на какой-то одной сборке, например. Но посмотрим. Посмотрим. И знаете, а может и не в хану пойдем. Я знаю, где точно есть спавнер. Я знаю, где точно есть спавнер, так что нет, не в хану пойдем. Вытаскиваем обратно вещи. Пошли с вами. Да ты достал меня! Здесь войд броню совершенно не видно.
Пошли в дипдарк. У меня есть план. У меня есть таблетка? Есть таблетка. У меня даже есть батарейка, конечно. И вот тут у меня есть гвардиан. Видите? А что за демон? Грунт. Файер демон грунт. А у меня и без эссеншала, и из-за ботании. Оу. Видимо, неправильное, как это с колечком, когда то, что добавляет еще полоску жизни. Давайте я вот эту штуковину оставлю здесь, потому что, ну, редко приходят эти демоны, чтобы я прям не растеряла. И звуки я хотела вернуть. А то что-то совсем флешка. Вот. И в Deep Dark там есть замечательные вот эти зиккураты. И там спаунеров. Ой, знаете, что я не достала? Я не достала свой огонек. Его достаточно в руках вроде бы носить. Итак, зиккурат вот там вот светится. Сейчас только карта прогрузится, чтобы не сильно больно было. И мы сейчас туда ворвемся. Вот он. Надо чуть-чуть разнести вот этот верхний этаж. Видимо, здесь спаунер есть. Да, я права. Все. Вот, собственно, и спаунер. Сберу вкусняшки отсюда. Да и, в принципе, ничего мне больше не надо отсюда. Вот так вот просто. Итак. А он теперь спайдер. Нам надо взять нашу соул... Вялку с вот Eldritch Guardian, да, и через Soulbinder это соединить. Точно так. Только надо 15 уровней. Куда делись мои уровни, я без понятия. Вроде падает. Ну вот и будем проверять, потому что я так и не посмотрела. Вы, конечно, меня извините, но я не успел. Меня очень расстроили проблемы с компьютером, знаете, когда железо подводит, это немножечко расстраивает. Да, так. И он что-то делает. Он жрет мою энергию. Просто неистовыми этим. Ух ты ж, прожорливая жиж, заразень. Вот. И что я хочу еще сделать? Я хочу из ботании. Из ботании. Если Кинг, конечно, не отключил эту радость. Сделать штуковину, которая превращает ману в рефоньку. Ману в рефоньку. И этот блок выглядит так симпатично с красными такими вставочками. Я его не... А, вот он, вот он, вот. Мана Флаксфилд. Флаксфилд. Привет, фараон. Привет, позитив. Здравствуйте. Павелат, если не здоровалась, здравствуйте. Вот, мы сделаем вот таких вот флаксфилдов. Я, правда, не знаю, сколько они производят. Значит, мне на эти манов... Ну, мне пишут, сколько оно делает. Это надо гуглить, видимо. А мне лениво. Мне лениво гуглить. Поэтому мы с вами пойдем опытным путем. Я знаю, как это сделать. Мы просто берем капаситор бэнк и смотрим, сколько одна штука производит. Все. Здравствуйте, Ростислав. Здравствуйте. Значит, мне нужны моностальные инготы. Мне нужен Living Rock. Кстати, Living Rock мне бы побольше, чем у меня есть. Мне бы намного больше этого Living Rock. Да. Кстати, я могу вот эти спрейдеры использовать. Мне вот этот сетап уже не нужен. Вы же понимаете, мне этот сетап не нужен. Я теперь могу поставить лутиум. Я могу поставить... Я все могу поставить. Господи, я все могу поставить. Просто все. Абсолютно. Пам-пам-пам. Мне надо это перенести куда-то. Мне нужна... площадка. Мне нужна площадка, да, ребятки. Ц.
Смотрите, работает в обычной. Что именно в из темной? Пускай будет так, вот 30, 33 будет мало. 43. Знаете, 38 это достаточно много. Вот Eldritch Guardian. Замечательно. Замечательно выходит. Кто в меня тут костями бросает? Негодники. Фу, такими быть. Или можно было вот в эту штуковину засунуть его, чтобы они там убивались. Но не хочу. Также мне понадобятся какие-то кондуитики, да, энергетические. Ну, мы проверили. Я же тоже иногда, знаете, тыкаюсь везде. А вдруг есть способ попроще? Значит, мне нужны какие-то энергетические кондуиты. Но у меня их явно мало. Да? Согласитесь. У меня точно есть вайбрант. Угу. У меня есть много вайбрант, так что давайте сделаем хорошие кондуиты. Кондуиты. Вот такие, которые проводят прям много-много. И сделаем их... Ну, я думаю, что 40 штук это будет прям вообще выше крыши. Нам нужна конструкция. С чего мы будем строить конструкцию? У меня есть немножечко темного стекла, кстати. Вот, в результате у меня даже дырочки от кондуита не будет. Все прекрасно. И я смогу вот здесь ходить. Что, не хватило? Да нет, вроде бы хватило. А, это у меня другого вида камушки. Все как всегда. Вот, отлично. Пошли сделаем эти преобразователи, потому что я их не сделала еще. И будем уже расставлять как-то. И надо будет запретить пока что выход РФ, потому что у меня там еще шипов нету. Итак, это у нас ботания. Сейчас сделаю, вас почитаю. Что-то я флешка увлеклась, знаете. А я редко увлекаюсь, но раз, два, три. Три штуки, я надеюсь, что будет достаточно. Как думаете? Три штуки должно быть достаточно. О, и что у нас там с кровушкой, кстати? 19 всего лишь миллионов, но ничего. Откроем эту штуку и скажем, что с этой стороны ты пока что disabled. Вот, пока что мы туда не отдаем. Возможно, потом надо будет даже сносить. Вопрос. Магнум Торч на проклятой земле действует? Нет. Мне нужна моя палка-наводилка. Ой, я даже знаю, что я хочу сделать. Сейчас вам покажу. Вам тоже понравится. Так, вот. Здесь мы поставим креативный монопол. Например, вот здесь. Здесь будет один, здесь будет второй. Здесь будет желтый. Я не знаю, зачем я так низко прорубила, но, в общем, здесь будет зеленый. Здесь у меня будет еще два монопола. Вот. Везде у меня будут стоять спарки, которые будут распределять ману еще по нескольким монопулам. Вот. Это для того, чтобы преобразовывать вещи. А вот мана спредера я поставлю здесь, здесь, здесь и направлю их вниз. Мне кажется, что это будет очень-очень хорошо. С освещением здесь немножечко поборемся. Так, насчет палки-направлялки. Где моя палка-направлялка? Флешку потеряли. Ёшкин кот. Извините, был напуган. Что это было? Кстати, Луни у меня тоже могу поставить и собирать всяческий хлам теперь просто бесконечно. Но нужен ли он мне? Вот в чем вопрос. Знаете, это главный вопрос.
И... Вот эта штука работает. А эта штука не работает, кстати. Нет, работает. Но выдает всего лишь 1000. Оки-доки. 1000, так 1000. С этой стороны ты принимаешь. Я смотрю на настройки, потому что я немножечко с этими штуками игралась. Мне кажется, что стоит добавить еще один. Он не помешает. Давайте сделаем еще один. У меня теперь доступа не будет к этой штуке, хотя чё? Чё это не будет? Вот здесь будет. Тоже мне сказала, не будет. Все у меня будет. И выглядит красиво. Вот необычно для меня выглядит красиво. И в результате мы получаем стабильненько 3600. Это очень круто. Пошли сбегаем в систему, поглядим насчет капацитора еще дополнительного для нашего спавнера. Вот. И займемся шипами. Капаситор. У меня есть только double layered. Ну и пускай будет. Хотя бы что-то. В Питере снег вчера выпал. Жуть. Не хочу, не хочу, не хочу снега. А, я не вижу крестики, потому что у меня вот этот обманчивый огонечек. А я такая летаю, да нет у меня здесь нигде крестиков. Нету крестиков. Ага, нету у нее крестиков. У тебя сплошные одни крестики. Вот, здесь себе сделаю окошечко. И сюда мы запихнем капаситор. Теперь у меня вместительность здесь побольше будет. Вот. И когда сделаем шипы, уже включим спаун. Пошли делать шипы. Все остальное сбросим в систему, сделаем шипы. Насчет шипов. У меня же есть шипы, я же убивалась на шипах, правда? Давайте посмотрим. Я их там оставила? Где-то, да? Да, спайки. Сделаем из них алмазные и зачаруем. Я думаю, это будет хорошая идея, причем спайки. Спайки, алмазные. Ничего нету на алмазные эти шипы. Ой, ой, у меня опять все забилось здесь. Все? У меня очень много угля, мне надо куда-то его спихивать, честно говоря. Все равно мало алмазов. А куда я делала алмазы? Я куда-то делала алмазы. Хорошо, пойдем другим путем, возьмем эмеральды. Мне бы покопать, что ли? Мне тут, кстати, в комментариях советовали один способ, как быстро получить винт-кристаллы. Я, конечно, так делать не буду, но если вы прям хотите, то можно. Делаем лопату, шибаем этой лопатой по камню, получаем кирку, раскладываем кирку через Deconstruction Table и делаем три лопаты. Опять шибаем, и, в общем, делила на алмаз. Точно! Вы правы, вы совершенно правы. Я делила на алмаз. А еще я делала винт-кристаллы. Кстати, сколько у меня тогда получилось? Вот, 60 штучек. Это заняло у меня прилично времени. Ну, учитывая то, что за это время я сделала еще и травку, то не сильно жаль, но все же. Па-па-пу. Есть. Также мне нужна книжечка с пером. Да? Book and Quill. Вот. И мне кажется, ляпис понадобится. У меня здесь есть книжечки. Нету уже книжечек. Protection, protection. Лутинг мне надо. Мне надо лутинг. Сейчас посмотрим, что для лутинга требуется. Не рычи на меня. Для лутинга.
Кажется, голова. Или ляпис. Вот, лутинг. Головы идут. Угу. Идут головы. У меня вот есть голова. Сейчас посмотрим на лутинг 3, сколько нам понадобится. Вот я могу сделать лутинг 3. Это потребует у меня 40 уровней. Как бы не проблема. Совершенно не проблема. И знаете, это без всяких вам жидкостных коров я набила столько опыта. Это чисто, чисто мое, родное все. И теперь один шип зачарим на лутинг. Или прям сразу все можно. А видите, все нельзя сразу же чарить. Вот, лутинг. Но мне больше и не надо. Мне только один надо. И также я заберу вот эту радость. Фильтр мне тоже не понадобится. Мне нужен только коллектор. Я бы еще вот эту штуковину забрала. Я не знаю, будет ли что-то падать из них, помимо этих штук. Будет ли с них что-то падать, помимо того, что мне надо. Не знаю, посмотрим. Итак, чест. Сейчас мы это все запустим. Будем втыкать, как оно работает. И я тогда вас почитаю. Вот я надеюсь, что оно будет работать так, как я задумала, но... Посмотрим, посмотрим. Если я поставлю здесь, оно... Или свет здесь не важен. Открыть я могу. Открыть я могу. Коллектор я могу поставить с этой стороны, например. Увеличить его радиус вот, на 4, грубо говоря. Ой, я все кирпичики оставила там. Придется заваривать ливенроком. Так, сначала снимаем все вот эти штучки, так? Я не знаю, должна ли здесь быть темнота. Вот. Теперь говорим... Спаун. Почему у меня здесь энергия не идет? Где моя энергия? Вот, output. И вылетать отсюда. Давайте посмотрим. Ну что вам сказать? О, глазик. Глазик.